И всем привет, с вами Нубик, Кубик в Майнкрафте, и я снова играю на сервере Questcraft. И если ты тоже хочешь поиграть вместе со мной, обязательно заходи по ссылочке в описании. Смотри, короче, что я хочу сделать. Видишь, там вдалеке мой домик. Я, короче, начал его строить, но, блин, у меня закончилось все золото. И вот у меня остался только последний блок, но я увидел, что один чувачок хочет предложить золото. Смотри, видишь, он бежит. Кому золото? ТП ко мне, продам. Сейчас мы к нему тэпнемся и все узнаем, и заберем у него как можно больше золота. Так, вот этот чувачок, я ему уже написал привет. Я хочу золото. Что он мне скажет, сколько у него золота стоит? Мне очень интересно. Здорово. Почему ты такой сейчас здороваешься? Сколько стоит твое золото? Welcome. Вот так и нужно здороваться. Только, правда, это вроде пишется по-английски. Так, сколько стоит твое золото, я тебя спрашиваю? Немного. Это хорошо, потому что у меня денежек совсем немного на этом сервере. Так, так сколько, ты мне уже говори точно. Смотри вверх. А, я понял, чтобы зайти к тебе, нужно угадать пароль. Так, сколько будет 2 плюс 2? Опа, а ты сможешь мне помочь отгадать этот пароль и написать в комментарии его ответ? Я жду ровно 3 секунды. Раз, два, три. Спасибо тебе огромное. А, ты обнаглел, что ли? В смысле, он что, решил меня затроллить? А, я, кажись, понял, это грифер. Сейчас я ему устрою, это не зря же я тролль-то. Вот он офигевший, он хотел взять и затроллить меня. О, кстати... У него еще такой дом прикольный, там прям золото даже в целом домике есть. Нифига себе. Так, чувачок, может у тебя еще есть все-таки шанс справиться? Я тебе даю последний шанс. Я ему сказал, что я все-таки хочу золото, что он ответит на это. Так, иди сюда. Стоп, так я даже не заметил. Нифига, у него какие огроменные кучи золота. Блин, чувачок, ты мне по-любому должен их все полностью отдать. В смысле, иди вон. Ты обнаглел, что ли? Я же тебе даже ничего такого не сделал. Ты вообще-то взял меня только что убил? У меня грифер дома. В смысле, какой у тебя грифер? А давай мы с ним просто расправимся, давай я его просто забаню и все, потому что я же тролль, я могу его банить. А, стоп, он пишет в глобальный чат, ты обнаглел что ли, чувак? Я ему написал, эй, чувак, я не грифер. Ты что, обнаглел что ли, ты что, хочешь меня подставить? Я слушаю, и что? Я Золотой Игорь, я вообще-то умею читать твой ник. Кстати, это что, твоя фамилия что ли? Она прям очень необычная, и что она значит? В смысле, что ты смотришь? Ты чё вообще материшься? Я имею все золото этого сервера. В смысле, ты чё, обнаглел что ли? У меня вообще-то еще и домик из моего золота был. Точнее, из твоего, раз ты все золото имеешь. Вот так. А, вот что значит ты имеешь, да? Ты вообще что ли идиот? Сейчас я ему напишу, гони мне золото, потому что он вообще какой-то обнаглевший. Он мне золото не хочет отдавать. Пойдем в переговорню. В смысле? О, нифига себе, у него тут еще оборудовано как... В смысле, так тебе сколько здесь вообще человек-то влезет? Нифига ты какой крутой. Так, и что ты хочешь мне сказать? Куда сюда? Вот я здесь сел, мне здесь удобно сидеться. Че тебе здесь не нравится? Ну давай, пожри. Сек, в смысле, что ты там хавать захотел? А может ты еще со мной поделишься? Может ты еще мне покушать дашь? Ай, в смысле, ты что сделал? Ты что, идиот, ты себя затроллишь что ли решил? Прямо в лицо говорит. Какой он идиот. Я же тебе сказал то, что материться нельзя. Что с тобой опять случилось, чувак? В смысле, что это значит вообще? Что ты там, чувак, блин, говоришь? Я вообще тебя не понимаю. Так, что здесь написано? Игорь... Погоди, ты что, сам про себя, что ли, так говоришь? В смысле, не читай? А, это тебя кто-то оставил, что ли? Нифига тебя затроллили, вот ты лошара какая. Напиши ему, вот лох. О, а я, кажись, понял, что это такое? Ты что, блогер, что ли? Ты что, здесь видосики всякие записываешь? Нет, тут я снимаю телок. В смысле, они что там, у тебя перед камерой сидят, и ты их на камеру, что ли, снимаешь? Ой, в смысле рекламу. А, и что это за шапка? Что это вообще значит? Что это за шапка, чувак? Ты чего орешь, ты идиот? Вообще-то в видосиках точно материться нельзя. Ты вообще какой-то аномальный, ахахахаха. Ты чего угораешь? Я тебя вообще не понимаю, что ты там ржешь. Так, а здесь что у тебя такое? Чувак, ты мне вообще уже надоел? Я уже хочу золото. Давай ты мне золото просто дашь и отпустишь меня. Я пойду делать свой домик. В смысле, выйди? А ты что здесь собрался делать? Ну ладно, выйду, что такого? Я просто возьму и за ним немножечко поподглядываю. Ой, у меня такое чувство, что он меня видит. Да он меня спалил, все. Я ничего не видел. В смысле? Зачем ты достал меч? Ну-ка, убери его! В смысле, ты что, офигел, что ли? Ты что меня бьешь? Ты чё, говорит, не бьешься? Я не знаю. Гони мне золото, чувак! Он вообще какой-то аномальный, он точно не понимает. Если он хоть что-нибудь сейчас со мной сделает, покупай. Окей. Сколько? Два блока золота равно один блок золота. В смысле, это еще что такое? Ты чё, мамкин бизнесмен? Ты вообще что ли обнаглел? Ты чем здесь таким занимаешься, а? Сюда не входи. В смысле, а почему это сюда не входи? Опа! А я знаешь, что подумал? Что я сейчас возьму и тебя затроллю, чувак. Я возьму и просто зайду сюда. Опа! Здесь есть вагонетки. А, я, кажись, понял, это...
Это американские горки! Ой, блин, вагонетка как-то быстро уехала. Я даже ее взять не успел. Я даже сесть в нее, точнее, не успел. Так, сейчас нужно сделать это очень быстро. Садимся. Поехали! Нет, блин! Нет! Я упал в лаву! Чувак! Я, кажется, понял. Ты что, решил меня затроллить, да? Ладно, капец тебе, чувак. Итак вот, я уже включил геймод 1, я сейчас надену всю броню и сразу же возьму меч, потому что я точно намерен с ним драться, ему сейчас точно будет капец. И вот я тебе еще забыл сказать, что я выпил зельку, чтобы меня было не видно, потому что я сейчас собрался его троллить, и сейчас ему точно станет капец. Так, где мой меч? Сейчас я его возьму и ему точно устрою. Чувак, ты что здесь такое делаешь? Ты вообще что ли аномальный? Ты что здесь такое вообще придумал? Зачем ты воткнулся в дверь? Ты вообще реально какой-то странный. Я сейчас тогда возьму и стырю твое золото, потому что оно мне точно важнее, чем тебе. Ой. Чувак, ты что, меня видишь? В смысле, а с какого фига ты меня видишь? Я же невидимый сейчас. Я же выпил зелье невидимости. Не, чувак, с тобой точно что-то не то. Наверное, просто так совпадает. Нет, походу не совпадает. И, видимо, он меня реально видит. Я, кажется, понял, да потому что вот я глупый. У меня просто в руках что-то лежало. Вот, все. Сейчас он меня точно не увидит. Угу. Он все равно продолжает на меня смотреть. Игорь, ты вообще нормальный или нет? Ты что такое пишешь? Я же тебе говорил, что здесь материться нельзя. В смысле? Я не буду отсюда уходить, пока ты мне не отдашь золото, понял? Я тебе сказал, гони золото. Вали, лошок. Сам ты лошок, ты вообще что? Вот ты офигевший. Я сейчас возьму вообще и сцеду все твое золото, понял? Ты меня точно уже взбесил. Так, где там мой топорик? Смотри, он мне пишет, что делаешь. Сейчас ты узнаешь, что я делаю. Сейчас ты вообще все узнаешь. Сет 0. Понял, да? Больше не будет твоего золота. Стоп. А у меня же тоже больше золота не будет. Блин, вот я глупый. Все-таки не получилось немножечко его затроллить. Ну ладно, хотя бы так. Зато он остался без золота. Сам ты нуб, ты че обзываешься? Я тебя сейчас возьму и забаню. Все, ты мне уже надоел. Хотя нет, я тебя лучше банить не буду. Я тебя лучше возьму и еще немножечко потроллю. Так, я правда знаю вообще очень мало команд. Если ты мне какие-нибудь команды в комментарии напишешь, я буду вообще прям очень рад. Но зато я знаю одну очень интересную команду. Сейчас я тебе покажу. Вот эта команда Replace. И на какой же блок его и заменить? Я правда блоки в Майнкрафте тоже не особо знаю. Давай попробуем на блок 35. Что это будет? Ой, я, оказывается, заменил все, да? Вот смотри, видишь, это получается шерсть. Можно считать, что это снег, потому что на улице же уже снег выпал, и вот, считай, на улице уже зима. Ты совсем припух-пух. Ты что, еще здесь с рифмой собрался разговаривать? Ты сейчас добазаришь, я тебе дом вообще никогда не верну, понял меня? Верни дома, лень. Чувак, как ты мне уже надоел. Ну ладно, давайте попробую вернуть домик, только если ты сейчас исправишься и отдашь мне все золото, которое у тебя есть. О, чё ты окаешь? Радуешься, что ли, так? А ну-ка, быстро верни мне золото. Спасибо. Уходи. Я вообще-то еще не все сделал. Я тебе что сказал? То, что ты мне должен вернуть золото. А, я тебе еще не все вернул, да? Так, Унда. Ой, чувак, ты что, случайно в золоте оказался, да? Ну, считай, так получилось. Смотри, что он там сейчас пишет. Че, чувак, ты там умираешь уже, да? Правильно, это все потому, что ты не хотел отдавать мне золото. Че ты сказал? Ты опять хочешь, чтобы я тебе с домом что-нибудь сделал? Ладно. Так. Где там эта команда Replace? Вот, чувак, что ты на это скажешь? Ладно, если ты не хочешь так, тогда пусть будет 14. Что это за блок? О! Опа, чувак, ты же как раз, получается, золотой, Игорь. Вот тебе целая куча золота. Смотри, у тебя теперь весь дом из золота состоит. Ты рад? Мне кажется, что нет. Дай кирку, если не лох. В смысле, у меня вообще-то нет кирки, у меня есть только меч. Если хочешь, я тебе могу им завалить. Напишу ему нет. Я тебе сказал, что я ничего тебе давать не буду, ты не понял, что ли? Ты что, драться со мной решил? Стоп. Ты куда полетел? Откуда у тебя флай? В смысле, ты же просто игрок, откуда у тебя реально флай? Дай кирку, я тебе сказал, что я тебе ничего давать не буду, пока ты мне точно не скажешь, откуда у тебя флай. Ты где его вообще взял? Выбил из кейса бесплатного. Это, кстати, хорошо. Кстати, а ты знал, что на этом сервере бесплатный кейсик есть? Вот этот чувак, видимо, знал и смотрю, он флай выбил. Ладно, я тебе сейчас верну дом, только ты мне должен отдать золото. Я тебе даю последний шанс. О, чувак, ты, видимо, вообще совсем нифига не понимаешь. Я даже думаю, что тебя за такие слова вообще забанить можно, потому что на этом сервере ругаться нельзя. Я тебе сколько раз об этом говорил? Ну ладно, я думаю, что я его банить все-таки не буду, а просто возьму и сетну его весь дом. Сет 0. Вот, чувак, что ты мне скажешь на это? А, вот у него здесь какая схема была. Вот и хитрый, там еще лава внизу, да? Вот что ты хотел со мной сделать. Так, чувак, а ты куда делся? Вон здесь бегает, смотри, что там кричишь, чувачок? Что тебе здесь не нравится? А, смотри, я там не заметил, он написал, все, я полетел жаловаться админам. Ну иди жалуйся, тем более, что я сам админ, так.
Я думаю, что такое не стоит читать, но я думаю, что он немножечко огорчен. Вот, я ему написал, что я тебя забаню. А я тебя, лох. Чё ты сказал? А, ты дом заново строишь, да? Ну, строй, строй заново. Сейчас ты все узнаешь, как ты домик будешь строить. Я думаю, что сейчас у тебя нифигашеньки не выйдет, потому что я тебя забанил на 24 часа. А, блин. Я свою главную цель-то так и не выполнил. Золото-то у меня так и не появилось. Вот, блин, чувак. Стоп. Так у меня же есть Гейммод 1. Нафига я вообще с ним тогда что-то делал? Вот я нубас, получается. Ну вот и все. Если ты понял то, что материться на этом сервере нельзя и быть грифером тем более, то обязательно заходи на этот сервачок и играй. Я думаю, что тебе здесь точно должно понравиться.